очень много людей спрашивает меня, чем занимаются иммигранты здесь, чем зарабатывают на жизнь. Сейчас буду рассказывать. Начнем с того, что это все лично мой опыт общения с людьми. И если у вас другое мнение, оно другое. Оно не неправильное, оно такое, какое оно есть. Мы гуляем с молодым человеком. Значит, первое, что те работы, которые можно начать сразу по приезду. Во-первых, это стройка. Огромный пласт работ здесь занимается в строительной сфере. Вы можете делать абсолютно все, что делается в ваших странах, при условии, что это будет оплачиваться не так хорошо, потому что вы ничего не понимаете. Потом постепенно, как и везде, вы будете наращивать стоимость работы за час. А в дальнейшем вы можете получить лиценз, когда у вас будут документы, и работать в этой же сфере, но получать уже в разы больше. Стройка абсолютно любая. Абсолютно любая. Все, что вы видите, все, что строится, красится, перетаскивается, монтируется, все это здесь работает. Следующее – мувинг. Без документов берут. Платят немного, работаете много. Таскаете, спина болит поначалу, но ничего не поделаешь, такова судьба. Работать можно в городе, работать можно между городами ездить. А работа не самая интересная, но, может быть, поправите свой английский, если захотите. С ними невозможно снимать ничего, они очень громкие. Дальше механика, автомеханика. Вы можете заниматься ремонтом машин самостоятельно, либо в каком-то шапе, ну, в мастерской. Абсолютно любые сферы ремонта, кузовные, гайки крутить, моторы менять. Их здесь особо не капиталят, просто меняют. Туда тоже берут без документов. Значит, дальше. Uber в больших каких-то городах. В принципе, это работает. Что с тобой? Пошли. Можете заняться Uber. Совсем не очень интеллектуальная работа. Крутить баранку по городу, кататься. Может быть, английский выучите. Работа на пикап-траках. Она может быть и сезонная. Люди сюда приезжают на полгода, ездят. Вы можете ездить, просто получив права, кататься по штатам. Ничего в этом страшного нет. Разрешение на работу там не требуется. Очень большое количество людей уходит на траки. Но уже после легализации. Трак – это совсем другая тема. О ней можно очень долго разговаривать. Там целые каналы этому посвящены. Но в трак вы идете только получив разрешение на работу. По-другому никак. Дальше. Тестировщики. QA Engineer. Только с документами. Потому что работать будете в американских компаниях, им нужен легальный статус. Хорошие деньги относительно. 60-70 тысяч в год, начиная. 100, если повезет. Но сейчас там такая сфера, что вам нужно еще сразу же начать automation учить. Без этого сейчас мало куда берут. Вручную тестирование уже практически не работает. Дальше. Риэлторы. То же самое, вам нужны будут документы, очень много бегать. Если вам нравится быть риэлтором, окей, вы можете это делать. Наши это делают, наши имеются в виду русскоговорящие. Все бегают, все сдают, продают, это все работает. Есть еще такая тема nurse assistance. Вы можете работать в госпитале, помогать, что-то типа медсестры, но не просто там ухаживать за больными, нужно им таблетки выдавать. Высокооплачиваемая работа, опять же, нужны документы по-любому. Так, appliances – это когда вы чините технику бытовую, выезжаете на дом, можете сами все это делать. Вы можете стричь, если вы умеете стричь, вас тоже возьмут. Таскать, носить, катать и делать любую черновую работу в магазинах – это тоже все приветствуется. В общем, любая неквалифицированная работа, она, собственно говоря, для всех, только для русскоязычных. А вот все, что выше, требует языка. Требует хорошего знания языка и документов. Пойдем туда, перейдем. А следующий момент, как это теперь все найти? Все очень просто. Либо вы находите русскоязычную диаспору, украинскую, белорусскую, неважно, они вам помогут. Либо идете в церковь, они вам помогут. Просто расспросите, кто в церковь приходит, что вам нужна работа. Либо еще вариант, вы просто набираете в Фейсбуке «работа в Чикаго», «работа в Нью-Йорке», «работа в Майами», «работа в Лос-Анджелесе», прям по-русски. И будет куча групп, где выкладываются работы. И там находите, и там найдете. Это все находится, никто без работы здесь не остается.
Ну, вот это самое основное, где работают наши русскоязычные люди и зарабатывают деньги. Начинают. Потом вы обрастете связями, узнаете, где вам проще, где вам легче, где вам интереснее. И отсюда уже будете дальше двигаться. Вот так вот это все работает. Если кто-то сюда собирается и только приехал, кому-то это поможет, я буду только рад. Так что фигачьте. Все, успехов, пока. Это мы в Нью-Йорке ходим.